Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Вот так выглядит мой канал на экране ноутбука. Вот тут прикрепленное видео. Крадник, это дочка моя прикрепила. И на начало 2021 года на моем канале было 5400 видеороликов. Я потом почитал, как-то вот было время. А сейчас, вот сегодня, YouTube показал, что количество видеороликов 10 тысяч. Ну, это уже больше, да? На смартфоне появилась новая функция у YouTube. Показывает количество видеороликов. И количество видеороликов у меня сейчас больше, чем количество подписчиков, которых 9450 сейчас, да? И получается, что за этот год, за 2021, который уходит в прошлое, я опубликовал 4600 видеороликов. Ну, много видеороликов, порядка где-то больше 100, может быть, около 200. Не досуг все это подсчитывать. Я закрыл и какое-то количество было удалено, да, YouTube, ну, это по коронавирусу. И вот такой вот этап пройден моим каналом за этот год. Конечно, это большой такой рывок был. И это было достигнуто, что вот в последнее время за счет видеороликов шортс формата я много публикаций делал. Какое-то время, ну, дочка мне говорила, что нельзя больше 10 публикаций в день делать. Я все равно делаю больше. А вот в октябре, ноябре и декабре я делал много публикаций. Один раз 50, это в октябре было, потом 61 сделал, и потом 81. И в декабре у меня были сутки, когда за сутки я сделал 100 публикаций. И вот таким вот образом я прошел рубеж эти 100 тысяч видеороликов. Поэтому в Новый год, 2022 год, я вступаю с 10-тысячным контентом на моем канале, да. Думаю, что это достаточно большое число. И это было моей целью. Я хотел вот 10 тысяч видеороликов поставить на свой канал. И эта цель мною достигнута за 5 лет. Я думал, это будет дольше. Таким вот образом получилось раньше, чем я даже предполагал. Ну, конечно, я приложил к этому какие-то усилия, и в последнее время мне помогал в этом деле мой друг Геннадий, который проходит на моем канале под кодовым наименованием или названием «Карагандинец». Партийная кличка «Портайгенос Карагандинец», что называется. Он приложил тоже много усилий для того, чтобы вот этот рубеж 10 тысяч видеороликов на моем канале был пройден, чтобы это состоялось. Да, конечно, он вам говорил так. Ну, в названии я, конечно, упоминал, что это не всегда его мнение совпадает с моим мнением, но, скажем так, это не было поводом для того, чтобы эти видеоролики не ставить или удалять. Я их ставил. Он является индивидуальностью, со своим мнением, со своим взглядом на мир, со своим мировоззрением, поэтому нужно уважать это все. В любом случае, это результат совместных усилий.
конечно же, есть такое ощущение достигнутости. Это дает такую наполненность. Да? Дело в чем? Дело в том, что есть лакуны по третьей касте. И какая бы цель не абсурдная была с точки зрения других людей, ее следует достигать для того, чтобы заполнить лакуну по третьей касте. И это важно для дальнейшего духовного роста. Именно с этих позиций я шел к этой цифре 10 тысяч видеороликов на моем канале, и я дошел до этого. И с этим я вступаю в Новый год. На этом свидание.